Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС. В студии Юлия Смирнова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Визит митрополита Исидора на Смоленскую АЭС. Семинар-стажировка по охране труда. С 14 марта энергоблок номер 1 Смоленской АЭС отключен от сети действием автоматики. По согласованию с системным оператором энергоблок выведен в плановый ремонт для проведения работ на тепломеханическом оборудовании на 6 суток раньше запланированного. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В данный момент на Смоленской АЭС в работе второй и третий энергоблоки. Общая мощность составляет 2125 мегаватт. Выработка электроэнергии за 14 дней марта составила 996 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года Смоленская АЭС выработала 4,7 миллиарда киловатт-часов. Митрополит Исидор, посетивший 10 марта Смоленскую АЭС с рабочим визитом, высказался за строительство Смоленской АЭС-2 и высоко оценил сотрудничество с атомной станцией в деле укрепления общества. Как подчеркнул директор Смоленской АЭС Александр Васильев, атомную станцию и Смоленскую епархию связывает давняя дружба. В 1991 году митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне патриарх Московский и всея Руси, провел обряд освящения Смоленской атомной станции, показав тем самым полную поддержку развития атомной энергетики со стороны Русской Православной Церкви. В настоящее время все атомные станции и концерн «Росэнергоатом» в целом ведут большую работу вместе с Русской Православной Церковью по возрождению духовности в России, поддерживая все начинания и инициативы Церкви. Ведется большая работа по восстановлению церковных святынь и строительству новых храмов. Свою лепту в это важное дело вносит и Смоленская атомная станция. На встрече с митрополитом работники атомной станции обсудили вопросы воспитания молодежи, возрождения и укрепления православных традиций. Коллектив атомной станции – это глубоко порядочные, думающие сотрудники, с одной стороны, и настоящие, как мы говорим, человеки, с другой. Это очень приятно. В этом будущее успешная Смоленская атомная станция, в этом будущее Десногорска. Я убежден, что если этого будет в других регионах, так же, как в нашем, то наша страна будет такой же сильной, крепкой и непобедимой. Перед проведением планового ремонта энергоблока номер 1 10 и 11 марта на Смоленской АЭС прошел семинар-стажировка, на котором руководители среднего звена ремонтного персонала актуализировали знания по охране труда и ознакомились с передовыми технологиями и формами работы. Соблюдать правила безопасности на рабочих местах, быть нетерпимыми к нарушениям других, требовать устранения всех выявленных замечаний, чтобы планово-предупредительный ремонт прошел без травм и эксцессов. С таким призывом на открытии семинара к коллегам обратился главный инспектор Смоленской АЭС Рамиль Галеев. В равной мере это касается и ремонтного персонала станции, и подрядных организаций, на которые распространяются все действующие в атомной энергетике правила и требования в области охраны труда. По традиции семинаристы прошли обучение по таким темам, как применение систем безопасности при работе на высоте, нарядно-допускная система при производстве работ в электроустановках и на тепломеханическом оборудовании, проведение целевых инструктажей, контроль за безопасным состоянием опасных для травмирования персонала зон и другим. Изучение каждой темы сопровождалось наглядным обучающим фильмом, где в доступной форме излагались основные правила безопасного проведения работ. Тщательно анализировались нарушения, выявленные на предприятиях атомной энергетики во время планово-предупредительных ремонтов. Также участники семинара посетили ремонтные мастерские цеха централизованного ремонта, где увидели, как можно эргономично организовать рабочие места, оформить их наглядной агитацией по охране труда, применить прогрессивные методы ведения технической документации, упорядочить хранение оснастки и средств индивидуальной защиты. Многие заинтересовались опытом коллег и взяли его на вооружение. Обмениваясь мнениями по итогам семинара, все участники подтвердили важность таких обучающих курсов, которые дают возможность по-новому взглянуть на привычные вещи.
На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Хороших вам новостей и всего самого доброго. До свидания.